Її батьки одружилися 13-го числа. Її родина мешкала в 13-й квартирі. І сама дівчина народилася у п'ятницю 13-го. И вообще число 13, это проходит красной линией по всей моей жизни. Но абсолютно ничего плохого, ничего такого, чтобы мне мешало, с этим числом у меня не связано. Я, наоборот, считаю его для себя счастливым. Для підприємниці Ірини нумерологія – це хобі. Розповідає, в числі 13 одиниця символізує лідерство, а трійка – творчість та креативність. У сумі отримаємо завзятість, рішучість та досягнення поставлених цілей. Кроме того, если мы посмотрим на 13 с точки зрения квирсумы этого числа, то есть мы получаем четверку, а четверка – это стабильность, это как стульчик, который стоит на четырех ножках и дает нам стабильность. Водій тролейбуса Сергій Миролюбський у містичне число не вірить. На 13-му маршруті працює майже рік і майже без пригод. Проте одного разу у п'ятницю ввечері. Именно на проезжую часть вышли люди в нетрезвом состоянии и хотели меня остановить. Прямо перед троллейбусом остановились, вот так вот на дороге стали, типа меня не пропустят. Ну и пришлось выйти и объяснить, что так делать нельзя, потому что это транспорт. Будь-які міфи щодо цього числа розвіяла психологиня Марія Грецька. Вважає, наше життя залежить тільки від наших думок. Люди, которые много лет в это верят, они даже не находят объяснения, зачем, почему. Это связано с тем, что в какой-то мере человек перекладывает ответственность за свою жизнь, за свои действия или бездействия на этот праздник. Ну, сегодня же все должно быть плохо, да, значит, у меня ничего не получится, значит, стараться мне для этого не надо. И коль у вас есть такой замечательный дар убеждения, убедить себя в чем-то негативном, убеждайте себя лучше в позитивном. Отже, попри будь-які забобони щодо п'ятниці 13-го, залишаємося у доброму гуморі. Карина Анциферова, Артем Карабецький, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».